Виталий Петров, который готовится к статусу первого домашнего этапа в ДТМ на последней 23-й позиции. Но при поддержке трибун он, конечно же, попробует выступить сегодня как можно достойнее. Итак, 23 машины уже на стартовой решетке. 8 Audi, 8 BMW и 7 Mercedes. В первом ряду 2 BMW и зажигаются стартовые огни набора. Один за другим, 5 огней, они гаснут и стартуют. Вторая в истории гонка серии ДТМ на трассе Moscow Raceway. Впереди Максим Мартен, далее Бруно Спрингер, Ника Мюллер, Майкл Шовский в шинах. И Агуста Паркус, девятый. И Агуста Паркуса сейчас готовится открывать перед последним поворотом Кристиан Питорис. Борьба по кубок между Мерседесом и БМВ. Кристиан Питорис успеет рекурить. И без каких-либо проблем опережает Агуста Паркуса. И два этих автомобиля прощали сейчас мимо главной трибуны. Борьба по кубок между Робертом Уильямсом и Мартином Зорчиком. Канадец против немца, Мерседес против БМВ. Дистанция, обидно, технические проблемы. Еще одного представителя Соединенного Королевства. И вот эти борьбы по ББ теперь не будет. 48 заплатил. Продолжается борьба у нас сейчас впереди. Максим Мартен тем временем контролирует. Сейчас уже 4,2. Уверенно себя чувствует на второй позиции, а вот далее там Б, и следом экстрем на Audi, чуть-чуть поодаль там Тима Блок, но может быть тоже ему удастся подобраться к этому. Максим Мартен рулем BMW M4 DTM уверенно проводится стартовый отрезок этой гонки.